Вчера была прекрасная девушка, мне очень понравилась. Она такая прям готовая драматическая актриса, хотя к театру не имеет совершенно никакого отношения и учится, по-моему, инженер-строитель в кадастровом каком-то, значит, учреждении. Вот, это было прям открытием, и очень приятно, что такие люди приходят в театр и хотят участвовать в театральной жизни. И мне кажется, самое классное выступление песни вчера было все-таки от нашей взрослого участника, да, Людмила Васильевна. На секундочку. Татарском. Да, Людмила Васильевна. Причем, когда я с ней общалась, у меня был первый вопрос: Людмила Васильевна, я прошу прощения, у нас вот конкурс на татарском, вы как с татарским, все хорошо? Она такая: вообще-то я преподаватель татарского. Это было с такой фразой, что ты меня обижаешь. И вчера это единственный, наверное, человек, когда ей сказали: а может, вы нам споете? Да без проблем. И пошла душа, там пела, такая счастливая, довольная.